скажут слово «Родина», сразу в памяти встает старый дом в саду смородина, толстый тополь у ворот. У реки березка скромная, и ромашковый бугор, и другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, над скакалкой топот ног, и большой соседской фабрики громкий радостный гудок. Или степь от маков... От маков красная, от маков золотая красный. Целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. Начинается родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, и с той дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с той дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих дали, забытых давно мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и селянкой, которую в юности ты ей свое сердце принес. Вот начинается родина. Под государственный флаг Российской Федерации, флаг города-героя Севастополя и знамя юнармейского отряда школы номер 27 «Смирно!» Равнение на флаге! Посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщине освобождения города-героя Севастополя, объявляется открытой! Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна, могучая
Директору школы номер 27 Ивановой Ирине Леонидовне. Дорогие ребята, уважаемые гости, дорогие коллеги, День Победы – великий праздник. Об этом дне мечтали миллионы людей. Этим днем жили, погибали и выживали. И вот уже 73 года наша многонациональная, огромная страна празднует День Победы. Я вам всем желаю мирного неба над головой, добра, благополучия, а главное, помнить тех, кто выстоял в этой войне и отдал свои жизни за наше мирное счастье. С праздником всех, дорогие мои! Ирина Павловна Сорокина, прошу вас, предоставляемое вам слово. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, дети войны, примите самые искренние пожелания, самые торжественные пожелания с этим великим днем, днем нашей общей победы. Дорогие учителя, дорогие ребята, кто-то сказал, что войну выиграли учителя. И это непросто. Вы правильно учите детей. Вчера наша акция «В одном строю» показала всей северной стороне, всему городу и даже представителю приемной президента Российской Федерации, что в нашем городе этот день особый. Наш город особенный не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Город-герой Севастополь. Вы пронесли вчера портреты своих родных людей через все улицы северной стороны, которую именно вчера освободил генерал-лейтенант Захаров. Пусть никогда не прервется эта цепочка людской памяти. Пусть эта река памяти течет и не останавливается. Дорогие ребята, вы имеете шикарную возможность прикоснуться к еще живущим на этой планете ветеранам Великой Отечественной войны. Помните об этом. Передавайте своим детям, своим внукам. Память будет жить в наших сердцах всегда. С Днем Победы, дорогие коллеги! С Днем Победы, дорогие дети! Успехов вам в окончании учебного года и хорошего, яркого, радостного лета! Вооруженных сил, нынешние защитники Родины, подполковник запаса Птицын Николай Валентинович, старший прапорщик в отставке Волошин Михаил Григорьевич. И мы предоставляем слово подполковнику запасу Мискевича Валерия Михайловича, председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек», и подполковнику в отставке Реченко Анатолий Васильевич, заместитель председателя Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек». Дорогие дети! Дорогие дети! Наследники Великой Победы. Эту победу завоевали ваши прадеды. Своей ценой своей жизни подарили нам светлое будущее. В этом строю, я вижу, стоят молодые парни, будущие офицеры российской армии, которые так же, как и мы, будут продолжать святое дело по защите нашей Родины. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Дорогие ветераны Отечественной войны, уважаемые педагоги, учителя, дети, разрешите вас от имени общественной организации авиационного гарнизона «Бельбек» поздравить вас 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщины победы освобождения города Севастополя. Пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов в учебе, вам, учителям и вашим семьям, на благо нашей Родины.
Разрешите по этому поводу вручить памятные грамоты следующим ученикам и учителям. Награждается грамотой от имени Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» Глазко Людмила Александровна за активную жизненную позицию, участие в ветеранском движении, добросовестный труд, высокое чувство ответственности в честь Дня Победы. Желаем вам крепкого здоровья, верных друзей и долгих лет жизни. Грамотой награждается Подкоритова Кира, ученица 1-го класса. За подготовку праздника Дня Победы у нашего ДОТа в авиационном гарнизоне Бельбек. Вы все знаете. Также грамотой за подготовку к празднику Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек награждается Дроздов Матвей, ученик 3-го класса. Грамотой награждается за подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек Коноплев Андрей, ученик 4-го класса. Грамотой награждается также за подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек Соловьев Илья, ученик 5-го класса. За подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек награждается Липецкий Макар, ученик 5-го Б-класса. Также грамотой награждается за подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек Езерская Анастасия, ученица 6-го класса. За подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек награждается Ковалева Алина, ученица 7-го класса. Также за подготовку праздника Дня Победы в авиационном гарнизоне Бельбек награждается Рамаданов Максим, ученик 8-го класса. Спасибо вам всем, особенно детям, которые приняли активное участие в авиационном гарнизоне Бельбек. Сами подошли, помогли красить, белить и так далее. Очень нам приятно это было видеть. Другие подходили, даже сами напрашивались. Вот это. Я думаю, что достойная смена нам растет. Да. Приглашаем детей по возможности всех в 10 часов к ДОТу береговой обороны. Гарнизон Бельбек в 10:00. И родителей завтра. Вы, ребята, пожалуйста, вручите цветы нашим почетным гостям. И сегодня у нас самый главный почетный гость. Это ветеран войны Великой Отечественной. Нина Андреевна, да? Нина Ивановна. Здравствуй, мама. С
со мной пошла ты весь этот путь. Ты ведь верила, знала, терпение, воля, все перетрут. Мама, как ты учила? Я бился, я верил, я шел до конца. Мама, мы победили! Я верил, знал, что так будет всегда. И раненых из боя выносить не мне, а девочке другой пришлось стараться. Не я кольцо гранаты, сжав в зубах, под танк фашистский поползла упрямо. И не моим друзьям, превозмогая страха, увидеть голод довелось и маму, что из последних сил бежать к станку, чтобы добыть краюху хлеба для ребенка. И бедную соседку, что хранит естественного сына в похоронку. И Родина не мной гордится, а другим, шагнувшим из окопа вечность, в крови, в слезах, не потерявшим человечность, закрывшим землю грудью от фашистских мин. Мы ничего не знаем о войне, но нам, родившись после той победы, должно быть страшно от того вдвойне, что можем позабыть, за что погибли деды. Июнь клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. Июнь, тогда еще не знали мы, со школьных вечеров шагая, что завтра будет первый день войны, а кончится она лишь в 45-м мая. Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ранее
Сегодня утром 22 июня 1941 года мирный сон советских людей был нарушен вероломным нападением фашистской Германии. Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. В военкоматы выстраивались очереди. На фронт уходили порой прямо со школьной скамьи. Поток добровольцев не иссякал всю войну. В Тулу остались только женщины, дети, старики. Они работали на заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения. Десятки тысяч женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, освоили трактора, комбайны и автомобили. Главным девизом всей страны стало «Все для фронта, все для победы». Мальчишки и девчонки, на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. И они не согнулись под этой тяжестью, стали сильнее духа, мужественнее и выносливее. Юные герои большой войны, они сражались рядом со старшими, отцами, братьями. Они воевали повсюду, в небе, на море, в партизанских отрядах, на передовой линии фронта и в тылу. И ни на миг не дрогнули их юные сердца. Сегодня мы должны учиться у них беззаветной преданности и любви к своей родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали жизни миллионы сыновей и дочерей нашей родины. И среди них те, кому было столько же лет, сколько и нам сегодня. И мы знаем, что война и дети – это самое страшное, самое бесчеловечное. Фашисты смогли поднять свои руки на них, на детей. Даже глаза детские, детский плач не останавливал варваров. Даже дети понимали, что умирают, а палачи варвары продолжали убивать. Звучит стихотворение Мусы Джалиля «Варварство».
читает Екатерина Ананьевна, учитель 3-го Б-класса. Они с детьми согнали матерей и яму рыть заставили, а сами они стояли кучкой дикарей и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетым мглою. И тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки. И в ярости рыдала мать земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышло на поля. В последний раз детей поцеловала. В последний раз шумел осенний лес. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я видел, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган, больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка? Все понял, понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже? Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу! Не надо, мама! Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик, сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и залила кровь по шее лентой красной, извиваясь. Две жизни наземь падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске людской. О, сколько слез, горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет свела для нас, но испытала ты хоть раз такой позор и варварство такое. Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Война — это горе, война — это слезы, война — это смерть. Человеческая память, время не властно над ней.
И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью. Почтим павших памятью минутой молчания. Советскому Союзу германским фашизмом продолжалась 1418 дней и ночей. Она была самой жестокой и тяжелой в истории нашей Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 84 школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране колоссальный материальный ущерб. Дети, родившиеся после войны, уже стали бабушками и дедушками. Но война до сих пор не уходит в прошлое и не становится лишь страницей истории. Никто не забыт, и ничто не забыто. Благодарная память потомков не должна угасать. Ребята, никогда не забывайте, какой ценой завоевана свобода нашего народа. И традиционно каждый год наша школа возлагает цветы в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу спокойную и мирную жизнь. Право возложить цветы предоставляется учащимся 8 А класса. Вместе с отчизной встала в строй с первых дней войны и прошагала по пыльным дорогам до победного его окончания. Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели. Они и сегодня в строю прекрасные и незабываемые. Не мог доме своей, может, крылья сложат посреди степи, вьется пыль под сад. Да.
степи. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас с губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная темная степь родила между нами. Позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца, и пока за туманами видеть смог паренек, на окошке на девичье все горело огонек. Парня встретила нужная фронтовая семья, всюду были товарищи, всюду были друзья, но за новую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Но мы не терялись никогда. На река Бедрана мы с одним наганом первыми въезжали в гора. Выпьем за победу, за нашу газету, а не дождем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на что такое война? На листах седина, а на сердце горячие раны. Что такое война? Это ночь и весна, это наши ветераны. Это боль, что застыла века, на седых обезжали виска. Это матери и сыновья. Счастья слеза.
сыта, но в победу так верили люди. Уважаемые гости, в преддверии замечательного Дня Победы администрация школы хотела бы отметить ребят, которые участвовали в военно-патриотических региональных играх «Зорница» и «Рубеж 51». За активное участие и высокие показатели в районных этапах региональной военно-патриотической спортивной игры «Зорница» в составе команды «Авиатор» школы номер 27 города Севастополя в 2017-18 учебном году награждается ученица 5 класса Грубой Татьяна, Легкодух Богдана, Баховская Вероника, Поклад Руслан, Карташов Игорь, Ранцев Алексей, Шатохина Александра, Бойко Алина, Сорокина Ксюша, Русталев Владислав, Езерская Анастасия, Шатохин Алексей, Федишин Илья, Чеховец Никита, командир юнармейского отряда Власов Вячеслав, 8 класс, Баховский Максим, Иванов Денис, Бырко Натан. За активное участие и высокие показатели в районных этапах региональной военно-патриотической спортивной игры «Рубеж 51» в составе команды «Авиатор» школы номер 27 города Севастополя награждается Львов Никита, ученик 10 класса, Чиков Александр, 9 Б, Храмов Кирилл, Федоров Илья, Семин Богдан. Сабуров Илья. Кострыкин Иван. Чумаченко Дарина. Залевский Алексей.
Столяренко Валентина, командир юнармейского отряда школы номер 27. Бацаева Елизавета. Арсененко Юлия. Батына Анастасия. И еще. Лучшему чтецу на конкурсе стихов «Нет другой отчизны у меня» литературного конкурса в рамках городского фестиваля «Верность отцам, верность отчизне» награждается Сидельникова Руслана, Мальфанов Анатолий, Гапоченко Инна, Ремезова Софья, Хлестунов Даниил, Кожакар Снежана, Рыжкова Александра, Хорошила Варвара, Мартынов Максим, Збруев Николай. И также Коля награждается грамотой за активное участие в игре «Рубеж 51». Гончарова Ксюша. И также Ксюша награждается грамотой за активное участие в игре «Зорница». Дорогие друзья, торжественная линейка, посвященная Дню Победы, объявляется закрытой. Мы благодарим наших гостей за участие в нашем празднике. И дружными аплодисментами провожаем ветеранов вооруженных сил, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. С праздником! С Днем Победы! Ура! Yeah.